Запускаем приложение. Калибруем компас. Для этого, согласно подсказкам, нажимаем «Калибровка» и, удерживая коптер горизонтально, вращаем на 360 градусов вокруг своей оси. Потом удерживаем коптер вертикально, носом вниз. Также вращаем на 360 градусов вокруг своей оси. Индикатор состояния коптера засветился зеленым. Все, компас откалиброван. Дрон не улетит в неизвестном направлении. Взлетаем. Выбираем точку интереса. Опускаем камеру вниз. Зависаем над точкой интереса. Активируем режим «Точка интереса». Индикатор высоты светится синим. Нажимаем запись точки «Место». Отводим коптер от нулевой точки в любую сторону, пока индикатор не засветится синим. Нажимаем «Применить». Указываем направление влево или вправо. Выставляем скорость полета. Коптер летает по кругу. Мы же можем регулировать стикерами высоту направления камеры. Все очень просто. Идем на посадку.